Приветствую, дорогие зрители моего канала. Вот это сюжет моего дня рождения, когда дети подарили мне французский парфюм и пуансеттию. С пуансеттией первая начала знакомиться кошка Шаня. Она живет в семье сына. Ну, а я, конечно, первым делом решила пересадить. Но так уж получилось, что грунта не оказалось, но видите, что корешки замечательные, и если внимательно приглядитесь, там была таблетка. Так вот, обязательно удалить эту пленочку от таблетки, чтобы растению было более комфортно. И, конечно, убрать верхнюю часть грунта для того, чтобы заменить. И сыну я объяснила, что надо взять горшочек немножко побольше, где-то по одному пальцу с двух сторон. Ну, кошка вначале приглядывалась, как бы сторожила этот мой подарок, но потом начала его обнюхивать. Что-то привлекло кошку. Хочу сказать, сын обещал пересадить, так как я отказалась мучить растение. Три аэропорта, три пересадки, три таможни, и, конечно, я оставила пуансеттию там. Ну а что с ней будет дальше, узнаю у сына, выживет или нет. Без хозяйки, вы знаете, растения не очень любят оставаться. Ну вот такой маленький сюжетик с дня рождения. Из фильма ясно, растение после магазина необходимо перевалить, посмотреть состояние корней и посадить в новый горшок. Видеоблогер Екатерина Снетко.